А сегодня православные празднуют обрезание Господне, отмечают его с 4 века. Сегодня вспоминают, как на 8-й день после рождения Христос принял обрезание. Этот обряд был обязательным для всех младенцев мужского пола, являлся знаком принадлежности к Богу избранному народу. В этот же день Спасителю было дано имя Иисус. Также 14 января церковь вспоминает святителя Василия Великого. Праздничные литургии прошли в храмах Донецкой области. Этот святой сочетал в себе земную мудрость и земные знания, и земные науки, которые он знал лучше, может быть, даже светских каких-то ученых того времени. Но и сочетал в себе он также христианскую добродетель. И в свое время он и избрал путь подвижничества, избрал путь того, чтобы послужить Богу и быть послушным именно Богу.